Здравствуйте. История моя. Я закончил школу и в возрасте 17 лет, сразу после школы, поступил в военно-морское училище. Через год меня сделали командиром отделения. Присвоили мне звание старшина второй статьи. И я был командир отделения на первом курсе. У первокурсников. Я уже был второкурсником, на первом курсе у меня было отделение. С десяток курсантов у меня было в подчинении. И я жил с ними, отвечал за них помимо учебы, как и многие мои товарищи, я был, вот, отвечал, исполнял обязанности командира отделения. Собирал данные о них, отвечал за них и так далее. Я подчинялся заместителю командира взвода. У него было 4 или 5, я не помню, таких во взводе отделений. А все дальше была рота, а дальше был факультет и так далее. Короче говоря, чему я все это рассказываю, всю эту военную песню? С молодых лет я попал в систему, где была иерархия. И дальше я рос по карьере, и чем больше я рос, тем больше в целом у меня было подчиненных. Но всегда, практически всегда, я отвечал за работу, за деятельность нескольких человек. 5, 10, 4, 8, 12, как правило, не больше. Потом у меня был большой воинский коллектив, много было офицеров в подчинении, у них были офицеры и мичмана, у тех были матросы там и так далее, и так далее. Но всегда все работали с небольшим количеством людей, непосредственно отвечали за них. В конце я был капитаном первого ранга, занимал адмиральскую должность, и у меня было вообще очень много подчиненных. Но у меня были замы и несколько руководителей, с которыми я работал. У них были свои коллективы, и они отвечали за свои коллективы. И передо мной отчитывались. А я отчитывался перед вышестоящим, у которого были такие же, как я, начальники. Короче говоря, всем известная вертикаль власти, иерархия. Ты работаешь с небольшим количеством людей, но в конечном итоге под тобой большой, огромный коллектив. Я так рос, я так воспитывался, я так такое представление о жизни вообще имел. Поэтому для меня военная структура была, ну, впитана, как говорят, с молоком матери. Потом я, по мере роста, стал понимать, что точно так же устроена и вся другая жизнь в целом. Точно то же самое происходит в Министерстве образования или в Министерстве здравоохранения, не только в Министерстве обороны, или там в Министерстве железнодорожного транспорта, везде. Начальник работает с небольшим количеством подчиненных, у которых есть свои подчиненные, их тоже немного, а у тех свои подчиненные. И так вниз цепочками вся эта вертикаль власти и существует. Когда я уволился в запас, решив, что я буду пробовать другую жизнь, 4 года я покувыркался в бизнесе, имел свое предприятие, частное предприятие, агентство «Азов» у меня было, которое занималось всем. Это были годы такие, начало 90-х годов, все занимались коммерцией, все как с ума посходили, ну и я в том числе пытался выжить в этом мире и каким-то образом зарабатывать деньги. Я занимался всем подряд, ну, образно, условно говоря, потому что я ничего не соображал на самом деле. Я ничему не учился, не имел никаких представлений о том, как все это работает, как устроена коммерция, как надо продавать, где что брать. Короче говоря, так, каша в голове и только трата денег и разочарование, и непонятно, а почему у меня так все плохо? Я гордо ходил с печатью, у меня был счет в банке, я перед знакомыми делал вид, что я крутой. На счету в банке у меня был ноль, на других счетах у меня был минус. Печать мне нужна была раз в полгода. Ну, короче говоря, в налоговой я проводил кучу времени, отчитываясь по нолям. Жалкое подобие какого-то здравомыслия в какой-то коммерческой деятельности. Короче говоря,
Фигня. В 96-м году я наткнулся на книжку, которая называлась «Думы и богатей» Наполеона Хилла. И вот я так думаю, что с этого момента в моей жизни начали происходить такие перемены. Какая-то осмысленность пришла в мою жизнь. Я стал понимать хотя бы, что я делаю. Вот эта книга сыграла решающую роль в моем становлении как предпринимателя. Там рассказывалось о принципах успеха. Всем она известна, конечно. Наполеон Хилл великий написал этот бестселлер. И там рассказывалось о принципах успеха. И самый главный из 13 принципов, которые он описывал, опираясь на опыт многих успешных людей, это было понимание, чего ты хочешь, какой цели ты хочешь достичь, куда ты двигаешься. И вот с этого момента у меня начался осмысленный поиск деятельности, которая могла бы привести меня к успеху. Через полгода я наткнулся на сетевой маркетинг, о котором я даже понятия не имел. В 96-м году, наверное, была единственная и самая известная компания, которая уже сходила на нет, и бум, в которой сходил на нет, это была компания Гербалайф. Кругом пестрели объявления о том, что какая-то иностранная компания нанимает куда-то для работы кого-то, сотрудников ищет. Я несколько раз отрывал объявление на столбе в надежде, что эта иностранная компания поможет мне прорваться. Мне почему-то казалось, что я пойду на собеседование, позвоню по телефону, пойду на собеседование, и меня отправят в Норвегию, кто-то мне сказал, слух какой-то пронесся, и там где-то на кораблях, значит, в Северном море надо будет мыть танки, типа того, что вот отмывать танки, отпаривать, что-то такое, организовывать такую работу. Бред какой-то в голове у меня был. Но тем не менее я примерно думал так, и когда после 5-го, 6-го или 7-го раза, когда я отрывал эти лепесточки с телефонами на столбе, я наконец-то заставил себя позвонить, в конце концов, а не складывать их в карман рубашки, чтобы жена стирала эти лепесточки вместе с рубашкой. И я позвонил, и женский голос мне сказал, чтобы я пришел по такому-то адресу для собеседования. Я явился, оказалось, что я пришел не в офис, не в кабинет, а явился на большое собрание. Зачем я все это рассказываю? Я хочу сказать, как открытие делается людьми, которые определяют, в каком направлении дальше начнет двигаться твоя жизнь. И вот явился я 12 июня 1996 года в одно из учреждений города Севастополя, на второй этаж. Смотрю, какая-то толпа, народ, какие-то странные люди в значках, в круглых значках, на которых написана какая-то ерунда, типа «хочешь похудеть, спроси меня как». И в конечном итоге я попал, как и все, ничего не соображая, ничего не понимая, оглядываясь, представляю сейчас себя с папочкой какой-то в руках, там было мое резюме, там типа того, что я какие-то документы приготовил на собеседование. И вот я явился, значит, в этот зал, и там началась презентация. Я не буду сейчас говорить, какие там были всхлипы, дикие выкрики, пляски, хлопанье, музыка и так далее, но это было. Я ничего не понимал. Я говорю, причем я собрался с нефтью работать. Я думал, что там что-то такое с топливом, значит, почему-то я так думал. А тут про какие-то, значит, продукты питания, про какие-то коктейли, про какие-то таблетки, про похудение. Кто-то там рассказывает, кто похудел, то все, про здоровье. Я кое-как высидел первую половину, кое-как, уже порывался пару раз уходить. А потом вдруг они стали рассказывать о деньгах. Ничего я, конечно, не понял. Они рисовали какие-то известные всем кружочки на доске. То есть все это была совершенно новая, неожиданная для меня информация. Никак не укладывалась в моей дремучей голове советской. С наслоениями от последних лет какими-то коммерческими знаниями. Но в основном я ничего не понял. Но я понял одно, я понял, что если командир, значит, дивизии, а у него, значит, 4 бригады,
командиры четырех бригад. А если у командира бригада, значит, по 4, по 3, по 5 дивизионов, а в дивизионах, значит, там по 5, по 6 звеньев, и командиры звеньев, значит, имеют командиров кораблей в подчинении, а командиры кораблей имеют в подчинении офицеров. Эта структура мне была понятна, только я понимал, что все работают с небольшим количеством людей, а организация большая, и они утверждали, что платят тебе не за твою работу, а с того, что зарабатывают все, и из каждого тебе процент, неважно, сколько там внизу людей. Вот эта информация меня потрясла. Это просто наложилось на мой военный опыт, на мое представление о том, как должна быть организована правильная жизнь. Это меня настолько потрясло, может быть, я даже не осознал, что я услышал, но именно вот эту информацию я выделил. Вот эти кружочки, вот эта пирамида, вот это вот внутреннее наполнение. И понял, что там есть какой-то товар. Этот товар все потребляют, каким-то образом его продают, каким-то образом пользуются. Я же видел, люди кричали, что они похудели, радостно прыгали. У кого-то там что-то прошло. У моей жены был лишний вес. И я как-то это увязал. И мне попало это прямо в самое сердце. 95% вот того, что на меня подействовало так убойно, это были, конечно, вот эти кружочки. Я понял, если я наверху, мне надо набрать 4 командиров отделений, а те потом наберут по 4, по 5, а те потом по 5. Я всегда думал, что 5-то человек. Я сразу прикидывал, кого бы я. Потом, конечно, потом с годами, вот 16 лет скоро будет, как я этим занимаюсь, конечно, я это видение расширил во много раз. Но первая картина, вот это огромное впечатление, первое от возможностей, от перспектив, я подумал только, это же если только в Севастополе 400 тысяч с лишним людей, а сколько же людей по всему миру, они же все как-то, наверное, связаны, это же можно же запустить такую тему. Я был сражен, я решение принял мгновенно. Меня настолько это потрясло, что когда все закончилось, я подошел к человеку, к нам объявили, подойдите к человеку, который вас пригласил. Я подошел, познакомился со своим будущим спонсором. Она мне сказала прийти завтра с деньгами в офис. Надо было принести $125, которые надо было еще найти. И я с ней побеседовал, и всех отправили. А я смотрю, они остались, те, кто в значках, дистрибьюторы видно, они остались на занятия, на школу какую-то, на обучение. Я почему-то наивно полагал, мне так хотелось узнать, о чем они будут говорить, как работает эта система, как это, мне такое любопытство, значит, в меня проникло, меня настолько распирало вот это желание узнать, что я набрался нахальства, сел сзади всех и думаю, там народу много, наверное, меня не заметят, и думаю, будет думать, что я свой, но меня быстро вычислили и выгнали. И я бродил внизу у входа в это здание, в центре города, я бродил у входа, ждал, когда все закончатся. Потом стали выпадать новички. Школа, видно, для новичков дистрибьюторов закончилась, и там остались, значит, крутые супервайзеры и прочие. А я начал встречать новичков и опрашивать каждого. Говорю, слушай, вот ты вот здесь, я вот час прождал, был на презентации, хочу узнать, ты что-нибудь заработал? А ты что-нибудь заработал? Они мне там рассказывали всякую ерунду. В основном никто ничего не заработал. Я их спрашивал про вот эти кружочки и видел, что по глазам, что мало кто что понимает. Потом я дождался, когда вышли все эти лидеры. Пытался к ним подойти. Но со мной никто не стал разговаривать. Я говорю, а скажите, а сколько можно заработать? И одна женщина мне сказала, ну, за год можно заработать на Гранд Чероки. Кто такая Гранд Чероки, я еще толком не знал тогда. Значит, но это звучало так. Я говорю, ну а если так, по-серьезному, она говорит, ну на хороший телевизор через месяц ты уже будешь иметь. Ну, меня это впечатлило. Вид у них был такой солидный. И все, судьба моя была решена. На другой день я стал дистрибьютором. И больше, вот уже 16 лет, я никогда ничем не занимался. Никогда ничем не кормил себя. Мысль о том, что обыкновенный человек, даже такой, как я, а потом я видел разных, и 70, и 80-летних пенсионеров, которые вполне приличные деньги зарабатывали, и девочек, и мальчиков, и разных людей, и больных, и здоровых.
Не все, конечно, успешные, большинство, безусловно, нет. Но сама идея, сама возможность, сам потенциал до сих пор меня потрясает. Меня до сих пор держит в состоянии возбуждения возможность, когда хороший продукт из хорошей честной компании может доставляться людям через тебя, и при этом ты можешь людям показать путь еще и финансового процветания, когда они, как и ты, начинают это же самое делать. И они могут показать такой же путь другим людям, и это будут тоже твои люди. И другим людям, другим людям. И те вглубь, вниз. А если ты действуешь активно, то твоя первая линия расширяется, и эта глубина становится мощной, и ты начинаешь получать чек. Самое ценное, сладкое слово, которое я знаю в сетевом бизнесе – чек. То есть процент от дохода твоих людей, которых ты даже и не знаешь, возможно, всех. Это бесценный бизнес, бесценная возможность, просто потрясающая. Если бы люди знали о том, как это все работает, если бы им хватило мозгов вникнуть в суть дела, то не было бы столько разбитых судеб, не было бы всех этих кошмаров, которые показывают по телевизору и окружают нас в жизни, когда люди ходят на работу, боже, ходят на работу каждый день за копейки, их там имеют по полной программе, а потом вышвыривают в лучшем случае на пенсию. Им кто-то я не буду эту тему развивать, а то сейчас я заплачу. От того, что у людей нет мозгов. Я думал так. Я обыкновенный маленький человечек. Простой совершенно. Но если я покажу эту возможность нескольким людям и научу их делать то же самое, то я запущу такой маховик, который можно при правильном подходе раскрутить до огромных денег. И потом я стал видеть людей, которые зарабатывают 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 тысяч американских долларов в месяц. Все, моя голова закачалась, закружилась, и остановиться я уже не могу. Я свято верю в то, что эта индустрия спасение для огромного числа людей, у которых в голове есть мозги и которые знают, чего они хотят. Чтобы узнать, чего ты хочешь, рекомендую каждому найти книжку Наполеона Хилла «Думай и богатей» без всяких цифр 1, 2, 3, 4, а первую настоящую. И ее внимательно прочитать, и возможно и у вас, как и у меня, что-то начнется. Желаю всем удачи.